Ура! Поймал! Наконец-то! Это, чтобы вы понимали, размеры, наверное, до локтя мне. Чуть больше, чем до локтя. Килограмма два, наверное, такая тушка. В ширину он, как рука. Пипец. Река Шахэ. Пейзаж. Красота. А мы на рыбалке. Вот так вот сидим, ловим. Нормально. Ну, чуть-чуть. 5 или 6 штучек всего лишь. И то не очень мелкие. У меня одна сорвалась, потому что мы спутались вместе. А так холодно. Ну и все, и сачок сломали. Вон, деревяшки закрепили. Чтоб я хотя попал. Ух, блин. Она не мотает. Все, рука устала. Бери подсак, подходи. Да, подожди, поиграть. Так, наш сегодняшний сачок, говно полное, удочка офигительная. Вот рыбка русика. Ну, короче, хвост покажу. Так, чисто сравнение. Вот. Вот моя. Ух, пакет порвал. И сравнение с рукой. Ух, даже так не помещается. Вот так вот.